Здорово, Мороз на проводе. Всем привет. Короче, вот сейчас был в магазинчике, закупился в биомагазине. Закупился пакеты такие, называется пакет для лентяев, я его называл. Сейчас я вам покажу. Это как раз для моей диетки будет. Так, секундочку. Вот это такие, получается, для лентяев, да, пакеты био. Никакой химии нету. Это ризотто с шампиньонами. А это гемюзефан, это овощное такое, как, ну, не рагу, а с булгур, там, с киноа, с морковочкой. Это такое овощное. Получается, берешь либо на сковородке пару минут погреешь, либо в микроволновку вот на минуту засунул, и все, и можно уже кушать. Очень вкусное, сытное. Здесь калории написано, сколько калорий. Получается, одного такого пакетика, 250 грамм, хватает вполне. Наедаешься по полной. И очень вкусно. Но это для лентяев, короче, кто не успевает. А так это можно и дома приготовить.